Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я начинаю новую рубрику «Спидан», которая называется «Спидан 50К». В этой рубрике мы будем питаться 50 тысяч кубков за довольно маленький промежуток времени. Ну, допустим, за год. Да, я попытаюсь хотя бы за год апнуть 50 тысяч кубков. Но Витл Шарк же больше, более двух лет апал 56 тысяч. Вот и я где-то Ну, как смогу, так капну 50к. Возможно, не апну, как и кончик, но попытаемся апнуть. У меня уже куча аккаунтов. Сегодня я, по-моему, 2 создал. Ну, это второй. Ну что ж, поехали. В общем, как бы... Сейчас создадим аккаунт. Ну, пройду сейчас обучение и все. Вообще, как бы, не знаю, как другим там. Ого. Выгода. Это как? Как ты регистрируешься? Я сейчас зарегистрируюсь сюда. Вот я зарегистрировался. Теперь получаем пайли и еще там мега ящик. Да. Они сегодня уже покупку и еще кто-то. И пойму. Вот, о, ну разница такая. Ну сегодня не будет 3 песа уже выпало точно. Они недавно с танком. Ну что ж, начинаем. Блин. Ну, я апну где-то на 50 кубков шеи и вернусь. Ну, 100 апну, и я уже конец видоса. Вот это первая катка. Первые кубки на моем аккаунте новеньком. Спидран 50к. Ну и скажите в комментариях, смогу ли я апнуть эти 50 тысяч кубков. Короче, всем пока, ребятки, это первый видосик, всем пока.